Так, ну что у нас сегодня? Всем, во-первых, здравствуйте, конечно. Сегодня 14 февраля. Ну и вот, спустя 4 года, если память не изменяет, вернулся ко мне вот такой вот браслетик. Это был заказ от нашего постоянного клиента из Челябинска. Девушка вот понравился ей вот этот браслет, который когда-то, вот я еще помню, вертел в далеком 2014 году из натуральных веток, различных деревьев, все это вот собиралось, все это скручивалось, меднилось и так далее. Вот. И этот самый. Что вот именно сейчас мне звонит. И, соответственно, вот была идея от заказчика, что она предоставляет свои камни. Вот такие вот интересные, сияющие. Кунцит, наверное, или что это? Вместо почек, чтобы они были. Классная идея, как по мне, вообще обалденно смотрится. Но смотрелось интереснее, когда браслет был серебряный. Спустя 4 года вот наглядный пример, как сбрасывается серебро в процессе эксплуатации. Вот, соответственно, сейчас будет полироваться изделие. Потом, естественно, в ультразвуковой мойке очищаться. И дальше будет наноситься новый слой серебра. Вот, поэтому это сможем понаблюдать все в реале. Также вот спецзаказ сибирского принита для сибирских туристов. Каждому человеку это будет как вот такой вот от товарища подарок, скажем так. Вот. Их тоже нужно приполировать, потом патинировать и потом покрывать воском для надежности. Поэтому что же, потихоньку-полегоньку начинаем. Естественно, перчатки. Сегодня, конечно, желания и времени нету заниматься именно как бы вот полировкой, потому что у нас еще морозно, Урал. Ну да ладно. Ладно, ладно. Так, ты не улетай. Я, конечно, вижу сквозь телефон. Это моя новая идея. Сделал ошейник такой вот, который фиксирует телефон весом, блин, 300 грамм. Поэтому вот на GoPro-шку пока еще не заработал. Покупайте украшения от мастерской «Скала» и поможете мне заработать на GoPro, чтобы я уже в конце концов сидел с экшн-камерой на груди или на башке и снимал нормальные ролики полноценные, чтобы не мучиться с этой вот бандурой на груди. Я даже боюсь там, что она сейчас зафиксируется, нет? Ну да ладно, попробуем. Ребят с Индонезии все равно тоже просили, чтобы я все это поснимал в процессе. Как это так можно, мол, на самодельном оборудовании, да еще и столько лет, работать, полировать можно? Все можно, если руки не из задницы. У меня они не из задницы, но и не из нужного места тоже, поэтому 50 на 50 гарантий нет. Ну все, поехали. Да, это будет нелегко. Смотреть через камеру я такого еще не делал, честно говоря. Да. Ну, то есть вот, оно как бы сполировывает, собственно говоря, удаляя вот этот вот ненужный уже слой и, опять же, снимая вот эту вот патину тоже ненужную. В общем, все старые слои удаляются максимально, а дальше уже ультразвуковая мойка делает свое дело. Грубо говоря, так. Ну вот, собственно говоря, после небольших процессингов, полировки и так далее. Ну, это, в общем-то, он приполирован, скажем так. Дальше уже, конечно, ультразвуковая мойка сделает свое дело. Вот. Так что вот такие дела. Принитики тоже полированы. Самое главное, вот с колечек, вот прицепное место, так сказать, катоду, оно было снято, сполировано. И после, опять же, ручной мойки они засияют. Естественно, они будут матовые после восковой обработки. Да, не будет такого прямо блеска, но здесь именно что природное. На просвет смотреть все-таки принят. Это действительно по-настоящему магичный камень. Прямо в каждом чувствуется душа Сибири. И не иначе. Не знаю, кто как это вот чувствует, кто как это вот вкушает, скажем так. Ну, по крайней мере, не в похвальство себя самого сказано. Вот, люди хвалят, скажем так. Люди хвалят вот эти вот работы, вот эти вот вещи. И особенно камни.
так сказать, из рук мастера. Чувствуют энергетику, скажем так, положительную, поскольку постольку общаюсь и с литотерапевтами, и даже с магами. Вот, так что такие вот версии имеются, если что. Поэтому интересуйтесь, покупайте, приобретайте. Принято сейчас, в принципе, хватает именно экзотических украшений. Если интересны такие вот простые вещи, тоже обращайтесь, конечно же. Изыщем, скажем так, изыщем возможности. Поэтому вот, собственно говоря, я продолжаю работать. Всем пока-пока. До встречи.